Вовка прилетел в Казань. Стигни не менее опасно зависит от меня, так просто не одеваешься. Вот он, герой матча. Да как с тобой можно серьезно что-то снимать, мы ржем постоянно. Всем привет! Новый выпуск, и сегодня он будет несколько необычный. Это будет просто подборка кадров, которые не вошли в предыдущий выпуск, который мы просто отсняли, но некуда было выложить. Чувства, переживания, наши приколы. Такое, знаете, видео для своих. Просто, чтобы вы не скучали, пока мы делаем контент. Приятного просмотра! Ну а прямо сейчас Вовка прилетел в Казань. Завтра матч с Акбарсом. Против Акбарса будет играть впервые в жизни. Поэтому сейчас летим к Вовашке и будем с ним болтать, что он там чувствует у себя внутри. Я прибыл. Отель «Ромада». Ждем это официальное, новое официальное лицо РЖД. Давай. Сейчас патрулим его под гимн Акбарса. Это да ты. А ты что с сумками-то? А ты дом будешь ночевать? Это мне домой, Акбар. Давай. Подпевай сразу. Тебе можно петь такие песни? Помнишь слова еще, не забыл? Вот ты видишь, кстати, улицы сухие. А когда ты улетел, знаешь, что было? Что было? Там просто потоп был. Все девчонки города плакали. Всем кискам кис. Всем кискам кис. Подпевай сразу. Говорили. Слушай, у тебя чемодан, у меня сумка, мы на Бали. Погнали. Да, меня все заи, я хочу на Бали. Там. Камера работает уже? Как ты ебать? Да сейчас тебе все расскажу. Пристегни ремень безопасности. Сейчас все расскажешь. Ой, слушай, нормально, расселился, поселился с коллективом, познакомился. База хорошая очень. Интересно. Что тебе интересно? Ты это журналисты будешь рассказывать. База красивая, там коллектив дружелюбный. И атмосфера хорошая. 10 лет с Акбарсом. Ты сваливаешь. Не 10. Сколько? 13. Охренеть, тем более. Ты сколько тут живешь? 26. 13 лет и уезжаешь. Как? Что у тебя сейчас? Слушай, ну, я уезжаю просто работать в другое место. Так-то я живу тут, в Казани, мой родной город. Я считаю так. Как бы Киев. До 13 лет я там маленький еще был, ничего не понимал. Здесь, в принципе, всю сознательную жизнь свою провел. Поэтому я всегда буду здесь, и ты от меня так просто не отделаешься. Ну и, конечно, спасибо всем людям, которые действительно покорили меня в этом городе своей добротой и честностью. Вот. Они всегда останутся в моем сердце. И я очень ценю порядочных людей, таких как Илья, в частности. Вот. Сейчас хочу пожелать им самое главное здоровья, успехов в их карьере, в их жизни, потому что я зачастую слышу хорошие слова в свой адрес. Теперь хочу тоже им выразить слова благодарности, чтобы у них тоже в жизни все сложилось. Вот. Никогда не опускайте руки, всегда будьте на позитиве и только вперед к новым победам. Ну, ты же еще вернешься, куда ты денешься. Через 5 дней. Внутрянки никакой нет такой, типа, блин, как будто... Ну, ты меняешь цвета, которых был постоянно. Всю свою сознательную хоккейную жизнь. Ну, в сборной я еще был тоже в красном. Ну, это понятно, но это единый цвет, который объединяет все КХЛ. Блин, ну... Такая хоккейная жизнь. Конечно, обидно прощаться с болельщиками. И то, что я здесь 13 лет, все-таки все стало, наверное, родным. Вот. Ну, это хоккей. Че, влог, нормально ждут? Да. Пацаны ждут, это я пишу. Пацаны ждут. Ну, там... Там же че? Как узнали, там Антон Ландер сразу написал, Саня Светов. Там у нас Сидор еще, да? Да, Сидор. Еще кто-то помнит? Андрюха Марков. Да. Все, да, буду делать. Собирать песок. Акбарс там собирать будешь. О. Наблюдаем, короче, за телочкой. Один.
сейчас Илюха придет, короче, какую-то херню скажет, по-моему. Какой провокационный вопрос вы хотите? Сейчас все будет. Чего, Вашка, давай, рассказывай, как тебе, Ярик? Как ты? Ты же сказал, тебе неинтересно. Ну им интересно, я же для себя. Не для себя. Ну все хорошо, обживаюсь. База хорошая, кормят хорошо. Арена хорошая, раздевалка красивая. Все нормально на самом деле. Коллектив знакомый, много ребят с Казани. Многих ребят знаю со сборной. Приняли достаточно тепло. Вот. Ну ничего, знакомлюсь с новыми ребятами. Тренируемся, общаемся. Понимаешь, что завтра у тебя первый матч в твоей карьере против Акбарса? Да, это такой значимый момент, наверное, в моей жизни. Чего? Против Акбарса я еще не играл никогда. Ну вот именно. Чего внутри? Или хочешь, наоборот, доказать, забить, не знаю, там, победить? Ну, победить мы хотим, конечно, и забить хочется не только Акбарса. Вообще, в целом, как бы провести надо хороший матч. Нужны нам очки, поэтому все делать для победы. Мы не знали, что ты уедешь, когда планировали все это. Сейчас ты уехал, будешь реже. Как будем говорить, чтобы не расстраивать девчонок, которые подписались из-за тебя? Ну, ты знаешь, что будешь главный здесь по контенту. Угу. Будешь все организовывать, все снимать. Я буду тоже, может, что-нибудь снимать, и ты будешь все это монтировать. Ну, я постараюсь сделать это, конечно, насколько это возможно. Понятно. Короче, редко, но метко будем появляться вместе. Давай завтра. Мы с тобой договаривались, если ты забьешь какой-то там жест будешь делать. Если Акбарс забьешь. Я тебя отобью просто. Нет, давай ты нам на лавочку тоже забежишь. Нет, давай, знаешь, что сделаем? И, допустим, если ты забиваешь, а у нас же стекло такое, ну, то есть, где я стою внизу. То есть, с разгону ты прыгаешь, и я прыгаю вот так. Давай, не стекло вообще. Сейчас спокойно, только ты будь готов. Бля, я отлечу, да? Ну, в легкую, короче, давай, прыгну, давай, такие, давай, бам. Давай. Я чувствую, давай, только давай. На меня кос посмотрит, скорее, как Барс. Мне кажется, ты теперь вообще, ты себе с каждым днем, мне кажется, врагов наживаешь. Тут в Казани скоро придется. Тебя в соседней комнате селить, Ярославль. Вот он, герой матча. Владимир Ткачев с нами после второго периода. Володь, ну 13 лет за Акбарс, и вот первый твой матч против родного клуба, да еще и в Татнефть-арене. Что внутри? Ну все равно играю дома на домашней арене. Просто раздевалка другая. Ощущения хорошие, трибуны все равно поддерживают. Главная атмосфера. Большое спасибо нападающему Локомотиву Владимир Ткачев был с нами. Пошел ты! Очень тронула меня поддержка болельщиков после игры. Остались, они аплодировали, и было приятно, конечно, находиться здесь. Это чувствуется, я это ценю, помню, и это всегда будет как бы в моем сердце, наверное, на всю жизнь. Как обычно, милый и скромный Владимир Ткачев. Девочки, не слушайте его, пишите ему в директ. Ладно, пишите еще. Давайте со всех сторон. Оп! Шеф, куда едем? Поехали, меня отвезешь. О, кстати, с тобой, блин. Большое вам спасибо за просмотр. Бавандер с нами. Я с вами. Спасибо большое за ваше внимание. Все, что вас интересует, ниже в описании. Твой номер, что ли? Ты все опять испортил, понимаешь, эти кадры. Стараюсь вообще. Да как с тобой можно серьезно что-то снимать? Мы ржем постоянно. На самом деле это очень... Не могу с ним работать. Ждем от вас поддержки. Спасибо, Вова! Телефон упал. 7 лайков. Пишите, что бы вы хотели узнать в наших выпусках, помимо самих историй.
Возможно, вот как раз на эти темы будем отвечать. И коль уж Вова у нас будет сейчас далеко от нас, что ему, вот какие видео ему записывать, может быть, какие-то ответы на вопросы, видео, как у него там все происходит. Да, вы очень поможете нам с этим. Постоянно... Я все вижу, контролирую. Ревели и плакали девочки просто, когда ты улетел. Когда узнали, что ты переезжаешь все-таки. Мне писали толпы просто о том, что это правда, я не могу же комментировать до официальной версии. Я просто молчал. Слушай, мне очень понравилось, как ты придумал, это твой поезд пришел. Вообще огонь. И там начали все репостить, началось просто бум какой-то. Да не, приятно, конечно, что народ, знаешь, переживает, поддерживает. Кстати, хотел сказать спасибо всем, кто меня поддерживал там теплыми словами, потому что просто невозможно было ответить всем, кто выставлял там истории, кто писал что-то в директ, просто нереально. Я бы надо было, наверное, дня три сидеть и всем отвечать, поэтому спасибо большое за вашу поддержку. Это действительно очень приятно, для меня это важно. И так бывает, это жизнь. Ничего, мы двигаемся дальше и ни с кем не прощаемся. Конечно. Все будет круто. Работа, бизнес. Так что спасибо большое. Так что ничего плохого. Да. Тем более, кто знает, как жить вернется, еще вернется в любом случае. Куда он нахер денется? Акбарс-то вот тут. Нравится система?